Вот это, друзья, процесс, как с глубины 80 метров добывают песок вот на той барже. Вот та баржа, которая возле парусника. И заполняют пляж песком. Теперь у нас будут очень широкие пляжи возле Валенсии. Посмотрите, если кто помнит эти пляжи, то знаете, что они уже почти съедены морем. О, сейчас я вам покажу, какой широкий стал пляж. Посмотрите, это ж неимоверно, как они накидали песка.